40-летний актер Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия» на 53-м международном кинофестивале в Чикаго, сообщила пресс-служба кинокомпании СТВ. Отмечается, что фильм «Аритмия» был показан в основном конкурсе. Это не первая победа для картины Бориса Хлебникова. Летом этого года «Аритмия» прогремела на кинофестивале «Кинотавр», где получила главный приз. Также фильм стал триумфатором 52-го международного кинофестиваля в Карловых Варах, 7-го Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», 2-го Уральского фестиваля российского кино, международного фестиваля в Хайфе и других смотров. «Аритмия» рассказывает историю толерантного врача, его и сыграла Яценко, который сталкивается сразу с несколькими кризисами в своей жизни. На работе работника скорой терроризирует новое начальство. Жена решает подать на развод, а сам врач постоянно пытается совершить невозможное, чтобы спасти жизнь каждого пациента. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.